Профессор медицины Борис Георгиевич Лосев. Врач, человек и его здоровье. Его профессор медицины. Ну хорошо. Ну да, да. Профессор медицины, так. У меня был... Вы... Начали, да? Так, ну это часть вторая, будем так говорить, потому что две недели назад, это 8 числа, в принципе, я уже, в общем-то, по этому поводу выступил. Ну и говорю, что за одну лекцию, в общем-то, раскрыть тему практически то невозможно. Поэтому я попросил Александра Ивановича, чтобы он мне, значит, записал, и я продолжил все это дело. О чем идет речь? Я на прошлой лекции сказал, что, в принципе, человек как раб Божий, существо божественное, оно, человек прежде всего, является православным. Почему православным? Потому что он является продуктом соединения, значит, половых клеток, мужской и женской половой клетки. А православие – это соединение мужского и женского. Вот меня, ну, меня я, ну, в последнее время много занимаюсь прочтением средневековых авторов, в частности, и читаю Иммануила Канта, перечитываю, собственно говоря, Аристотеля. То есть я хочу для себя понять, люди вообще понимали в то время, то есть мыслители, в принципе, о православии что-то, то есть как о единстве женского и мужского начала. А дело в том, что если мы находимся на этих позициях, то вся Вселенная на православии. То есть любое явление, любую вещь, если рассматривать вот в этом аспекте, то она представляет собой соединение вот этого мужского и женского. То есть это универсальный вселенский закон православия. То есть это термин не религиозный. Фактически попы узурпировали, и вот эти вот всякие священнослужители узурпировали этот термин, не понимая смысл этого термина. Просто-напросто. На самом деле это научный термин. Хотим мы этого, там, или кто-то хочет, кто-то не хочет, но это так. То есть это нужно воспринимать как реальность. Вот и все. То есть первый человек православный. И существует модель соединения. Есть формула воспроизводства. И эта формула воспроизводства выражается числами 0, 3, 6, 9. Об этих числах там и Тесла вроде бы там говорит, рассказывает там. И все, в принципе, так говорят, и тот же самый Гурджиев, собственно, и в этих числах говорит. Но никто не объясняет, что это такое. 0, 3, 6, 9. Вот в интернете, если посмотрите, вот наберите, в интернете посмотрите, там, ну, масса там, все, ой, 0, 3, 6, 9, 0, 3, 6, что это такое? Не объясняют. И это уже говорят и ведические знания наши, и ну, в общем, все, всяко говорят, а объяснять не объясняют. Так вот, я вам говорю, что это формула воспроизводства. Шестерка – это соите, соответственно, девятка – роды. И все это происходит в тройке. А тройка кодируется... Роды. Роды, конечно, девятка. А шестерка? Соите. А тройка? После соития – роды. После соития – роды, внутриутробный период морфогенеза. А тройка? А тройка – это фактически стимулируется женщина как средство зачатия. Дело в том, что это моя наработка. Можете все это дело. А ноль – это ничто. Он же присутствует. Что? В ряде уже не, как присутствует, как ничто. То есть из ничего появилось что-то, да, так? Ну, естественно. Ноль читайте наоборот, получается луна. Естественно. Так, и соответственно, я сказал о том, что человек это не животное, а человек это создание божественное. То есть я просто повторяюсь, чтобы мы имели представление, о чем говорится. Так вот, я уже говорил, что существует две троицы. Троица становления и троица бытия. Троица становления – это Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. То есть Духом Святым Отец родил своего Сына. То есть от единичности произошла множественность. Отец – это единичность, а множественность – это Сын. И, соответственно, они представляют собой целое.
И дальше, ну, многие не понимают, я вот задаю вопрос, а вы мне скажите, а зачем Бог родил еще Бога? То есть, ну, простой, кажется, вопрос. Ну, если отец Бог, зачем мне еще рождать Бога? Ну, человек подобный, вроде бы, как чтобы вот люди... Так вот, существует Троица Бытия. Так вот, Троица Бытия представляет собой Бога Отца, Бога Сына и человека разума. То есть, создана субъект-объектная Троица. Субъект-объектное единство. Вот он родил Сына для того, чтобы, в общем-то, во время распятия, то есть воздвижение идет честного креста, и потом на этом честном кресте распинают, в общем-то, своего сына. Для чего? А для того, чтобы это духовное соитие происходит. Вот во время этого распятия, во время этого духовного соития, Бог Отец фактически передал знания, то, чем он владеет, свои полномочия. Отец же Вседержитель. Так вот, после распятия, Христос стал Вседержителем. И вы помните иконка, да, вот иконка распятия, и потом идет иконка Христос Вседержитель. Так вот, после распятия, вот эту иконку надо рассматривать, Христос после распятия становится Вседержителем. То есть, фактически, Отец родил своего Сына для того, чтобы осуществить преображение животного, которое он сотворил на шестой день. Он вселяет в это животное, строит установление и осуществляет преобразование животного в человека. Поэтому человек – существо божественное. Животное нет, а человек – да. И на девятый день, после преображения, произошло, что воскрешение. То есть Христос в человеке заговорил. И все способности, которыми мы обладаем, это способности Христа, по большому счету. Так вот, Троица Бытия представляет собой Бог Отец, объект, Христос, Бога-человек, бифункциональный элемент. Вот она, силлогизация логическая. И, соответственно, субъект раб Божий, человек разумный. Кстати, человек и раб Божий – это синонимы. Слово «человек» означает цель, связанный с целью. Не то, что там нам эти академики рассказывают. Я бы вообще-то поразгонял бы все вот эти наши академии наук. Я имею в виду гуманитарные. Потому что паразитические элементы. И фактически за советский период произошла деградация нашей науки. Ну, в частности, не науки деградация, а произошла деградация этих людей, которые вроде бы занимаются наукой, но мотивация на самом деле у них одна. Не наука нужна, а нужна хорошая зарплата и все остальное. А наука у всех там, так это, на втором, на третьем месте. Ну и, соответственно, если мы находимся вот такой парадигме, то будем, в общем-то, говорить дальше. А что это дает? А что это дает человеку, как рабу Божьему, человеку разумному, как таковому? Если Бог Отец вселил своего Сына и сформировалась так называемая Троица Бытия, то я теперь могу сказать, что каждый человек, живущий на планете Земля, является контактером. Почему? Потому что он находится постоянно в контакте с Богом Отцом. Посредником которого является Христос. Поэтому, когда начинают там люди, чтобы как-то, ну, обычно это примитивные люди, чтобы показать свою значимость, вот они там рассказывают, что они там, кто там с Орионом, кто там с Кассиопеей, да, еще там чем-то контактирует, кто там, собственно, кто-то чего-то начитывает, по идее. Ну, в советское время таких придурков меньше было. Почему? Потому что, в общем-то, наказывали за эти вещи, то есть обычно определяли на консультацию психиатра, потом, если человек не исправляется, то в психушку сажали, в принципе. И вот там таких людей, контактеров, я имею в виду вот таких вот лжеконтактеров, да? Почему? Люди не понимают.
Я повторяю, мы все являемся контактерами. И в зависимости, или наше здоровье именно зависит от того, на каком уровне контакта или в какой степени контакта мы находимся. Вот я не случайно задал вопрос Александру Ивановичу по поводу своей внучки. То есть внучка еще не говорит. Может быть, фразами начнет говорить, там, может быть, там, через 2, через 3 месяца, но это, как говорится, все это. Дело в том, что существует программа, которая реализуется, которая раскрывается. И эта программа реализуется в определенные, то есть она последовательна. И она реализуется в определенные промежутки времени. Если мы не мешали бы, если бы не мешали бы, да, вот этой вот реализации, то развивались бы нормальные дети. Но дело в том, что у нас слишком много умных людей, которые, собственно, не понимают вообще, как осуществляется вот это вот развертывание, в общем-то, биологического объекта, вот начинают. Вот самое страшное, что, в общем-то, у нас врачи оказались заложниками, то есть врачей подставили, по большому счету, они стали вмешиваться вот в это биологическое развитие, допустим, детей наших. Ну, в частности, я, допустим, всегда выступал, уже 40 лет выступаю против того, что нельзя после рождения ребенка делать ему, в общем-то, прививки. Имеется в виду там БЦЖирование, потом что там против вируса гепатита, ну и так далее, потом плюс календарный план. Что интересно, я познакомился с временем делания вот этих прививок, допустим, в Америке, во Франции, там, в Японии и так далее. Значит, они осуществляют прививки своих детей после 5 лет. Почему после 5 лет? А после 5 лет формируется своя иммунная система. И поэтому вот прививка может быть эффективна. Почему? Потому что формируется иммунитет на введение вот этого чужеродного. Ведь мы вводим ослабленные микроорганизмы. И фактически для того, чтобы фактически был иммунный ответ. Значит, у ребенка в один месяц или после рождения, и там 2-3 года, в общем-то, иммунная система незрелая, поэтому никакого ответа иммунного на введение этого чужеродного не происходит. И это приводит в конечном итоге к тому, что я на одной из своих лекций, которая называлась «Симптомы и синдромы доктора Лусси», я написал, как развиваются, допустим, вот эти микроорганизмы вот в человеческом организме. То есть они же живут, это своя информационно-кибернетическая система. И если мы это чужое вводим, и нет ответа, то, соответственно, они благоприятно в нашем организме, в общем-то, развиваются. Да, они не вызывают, допустим, открытой формы того или иного заболевания, но они в латентной форме не развиваются. И во что это выливается, я, в принципе, если кому-то интересно будет, можете мои лекции, вот синдромы доктора Лосева, можете эти лекции посмотреть, как развивается этот процесс. То есть, фактически, врачи, осуществляя эту акцию, они фактически вмешиваются, в принципе, в развитие человека, то есть фактически делают человека больным, ребенка делают больным. Почему? Потому что его просто-напросто инфицируют. И во что это там дальше потом выливается? А выливается в том, что фактически врачи лишают наших детей здоровья. Поэтому я вот своим детям говорил, и значит, с молодежью общаюсь, я говорю, что, условно говоря, не такая уж проблема, хотя сейчас проблема уже забеременеть, потому что очень многие бесплодные. Но, говорю, это второстепенная проблема. Почему? Потому что, ну да, забеременеть хорошо, выносить ребенка там 9 месяцев хорошо, но основная борьба начинается после рождения. Почему? Потому что у нас много определенных инстанций, много людей, которые пытаются здорового ребенка сделать больным. Вот благодаря вот этим всяким штучкам-дрючкам, по идее. Я в 91 году принимал участие в президентских выборах, и, в принципе, у меня в программе было это
собственно говоря, запретить делать прививки в роддомах и там в течение до 5 лет запретить. А после 5 лет, кто хочет, пусть прививает своих детей. Кто не хочет, пусть дети развиваются именно по той программе, которая у них заложена. Это программа божественная. У каждого человека, появившегося на вот этот белый свет, есть своя программа. Я раньше думал, что мы все равны, одинаковые. На самом деле ничего подобного. Различные программы, и мы по-разному, в принципе, развиваемся. Вот в этом плане я могу говорить об эволюции. Да, существует. Но что такое развитие? Это и есть эволюция. Так вот, я просто врач уже 53 года, как я поступил в мединститут, то есть я в этой сфере уже больше 50 лет. И я могу сказать, что здоровье – это вот та драгоценность, которую нужно беречь. Почему? Потому что весь наш социум направлен на то, чтобы человека, нормального человека, лишать этого здоровья. И если кто-то думает, что, допустим, можно там злоупотреблять всякими вещами, что, допустим, это на здоровье не сказывается, на самом деле ничего подобного. То есть фактически я могу, вот как врач уже с таким опытом, я могу сказать, что вылечить человека, который заболел, практически невозможно. Это уже мой жизненный опыт. Через мои руки прошли тысячи людей, больных. Вылечить невозможно. И я всем своим пациентам говорил, если какой-то шарлатан, там какой-то найдется там экстрасенс, там остеопат или другое чмо недоделанное, если он скажет, что он вас вылечит, убегайте от этого человека. Невозможно. Если вы не будете заниматься своим здоровьем, вас другой человек никогда не вылечит, это просто невозможно. Да, можете пить таблетки, можете пить там фитопрепараты, я не знаю, можете там в какой-то степени ходить, собственно, массажи там делать, может быть, там что-то кто-то там будет вправлять, но если нарушена вот эта система, программа, то, к сожалению, как говорится, время повернуть вспять нельзя. То есть, если пошел сбой в программе, то невозможно потом все это дело вернуть. Ну, врачи многие, а я могу сказать, что, ну, по крайней мере, в мое время, вот у нас курс был 500 человек, ну вот с красным дипломом закончили 50 человек, то есть это, условно говоря, 10%. То есть, условно говоря, программу мединститута осваивает 10-15, ну, там 20%, остальные на жопе мозоли натирали. То есть сидят, высиживают там, чтобы получить бумажку, на самом-то деле. Я, фактически, вы сейчас понимаете, о чем я говорю, да? Я сторонник православного антропоцентризма. То есть что я имею в виду? Что в принципе, понятие о Боге, о Вселенной, о бытии, в принципе, создал человек. Вот есть человек, есть понятие о Боге. Нет человека. Вот представьте себе, что в один прекрасный момент здесь человека не стало. То есть вот животные там, рептилоиды, как там, Александр Ильич, рептилоиды, анунаки и все остальное. Будет такое понятие Бог? Нет. Значит, о чем идет речь? То есть в процессе своего развертывания идет развитие человека. Причем, что интересно, некоторые вот считают, что да, а зачем мне напрягать мозги? Вот кажется, да, у нас школы, там институты, потом еще остальное. Но дело в том, что одни, допустим, стремятся раскрывать себя, свои интеллектуальные способности, а другие имитируют, то есть делают вид, что раскрывают. Одни читают, там, начиная с простычных, и потом усложняя все это дело. А другие думают о другом, о должности, о том, что папа с мамой устроит, или там родственнички, и так далее, и так далее. Кстати, махровым светом это распространилось после переворота 17-го года. Мне говорят, ты почему не любишь
ты почему не любишь коммунистов? Я говорю, дорогие мои, а почему я должен любить коммунистов? Если меня после окончания института, то есть я школу закончил с серебряной медалью, институт я закончил с красным дипломом, и нам эти вот рассказывали наши там преподаватели, да вот, вот вам все дороги раскроются, вы будете в нашем государстве развиваться, вы должности будете соответствующие получать. Ну, в общем, ну прям, ну такие перспективы рассказывали. Это все, пока мы учились, пока учились в институте. А потом, когда заканчиваем, мы сталкиваемся с совершенно другим явлением. Тут вмешиваются совершенно другие факторы. И в конечном итоге те, кто у нас учился на троечке, там на четверочке, стали сейчас академиками, докторами наук, министрами здравоохранения, заведующими горздраводелами и так далее, и так далее. А тот, кто учился, был отличником, вот они как говорят, как нам говорили, а ты занимайся больными людьми. А зачем тебе там зарплата, соответственно? Вот занимайся. Занимайся людьми. Так вот, цель переворота, будем говорить так, достигли люди, а фактически переворот 17-го года, это программа, это была программа, собственно, как мы их называем, Александр Ильич, англичан, американцев, европейцев, как мы называем? Англосаксы. Англосаксы, да. Так вот, не просто так, как нам вот лапшу на уши вешали и рассказывали, да? Ребятки, вот там грандиозная революция, там люди поднялись, и все это дело, значит, уничтожили там, собственно говоря, этого царишку, как предателя, собственно говоря. И вот начинаются историки, вот эту лапшу нам на уши вешают. Так вот, реализована программа вот этих англосаксов. А цель этой программы какая? А. Уничтожить, в принципе, средний класс. А как уничтожить? Спросили у них, а как уничтожить? А говорит, а вы им не платите за их труд. Все. Они блокируют мотивацию. И за 80 лет вот эта первая фаза социализма. Это уничтожение среднего класса. Достигли они своей цели? Да. А вторая цель, это как можно больше уничтожить людей. Пожалуйста, гражданская война 1,5 миллиона, или больше-то, и так далее, всякие репрессии, и все, то есть то, что называется красным террором. Вот эти коммунисты говорят, да, правильно было. Я говорю, ребята, если сейчас вас начать, вот так же истреблять, как вы истребляли средний класс. И вот в 91-м году началась вторая фаза социализма. Это инверсия. То есть быдло стало олигархом. Произошла очень серьезная инверсия. И мы имеем то, что мы имеем. Они способны, они ни к чему не могут. Ничего не могут сделать. Вот пыжатся, там рассказывают. Средства массовой информации, в общем-то, создали огромное количество этих журналистов и так далее. А ничего не получается. А почему не получается? Да потому что за несколько тысяч лет, допустим, за 7, за 8, там, за 10 тысяч лет, у нас существует так называемая цивилизация Вавилонской блудницы или цивилизация рабства. Вот эта теория общественно-экономической формации – это придумка англосаксов. Нет никаких общественно-экономических формаций. Есть различные формы рабства. Самое жестокое, самое серьезное, самое ущербное – это коммунистическое рабство. Вот на Украине молодцы, запретили коммунистическую партию, а здесь еще вот этот Зюганечка, да? Вот он еще тут бегает, извините меня. Так вот, есть интегративный показатель развития, допустим, государства. Вот берем перепись 1900 года, берем перепись, условно говоря, 2000 года, да, и смотрим, вот какое население, допустим, было в 1900 году, там в Китае, там в Индии, в Германии, во Франции и так далее, и у нас. И вот оценивать
вот, деятельность вот этой власти за 100 лет. Вот нужно по количеству населения. А то рассказывают, мы и то построили, и там победили, и там что сделали. Да а что, на Западе не сделали этого? И что там, технологии не, хуже, чем у нас? Да вот мы там у нас. Я говорю, извините меня, вот сейчас начинают копать под это дело. Фактически, вот эти все наши академики занимались воровством. Все оттуда тащили, блин. Но, естественно, нужно этого дебила вот возвысить, понимаете? Ленина возвышают с одной половиной мозга. Сталин вдруг оказывается гениальный. Ну, гениальный, извините меня. Так вот, мы не досчитываемся, 400 миллионов. А сейчас, говорят, демографическая яма. А что делать? Я говорю, ребята, как что делать? Ну все, говорю. Государство развивалось по принципу, когда чем выше обезьяна поднимается по лестнице, тем лучше видна ее красная задница, да? Вот теперь будете с этими красными задницами. А что делать? Варюги и барыги. И все вывозят оттуда вместе. Они уже детишек туда перевезли, и фактически они туда не хотят уезжать. Почему? Ну тут халява, прет еще. Вот там какие-то поползновения делаются, там что-то рассказывают, и вот то мы, и тех арестуем, и тех арестуем. Да извините, нужно всех под гребенку это. И вот туда, в ГУЛАГе надо высылать. То есть людей надо заставлять работать. Почему? Потому что развратили полностью людей. Люди вообще не способны к творчеству у нас. Вот об этом надо говорить. А мы там что-то, да мы вот рванем, да мы там все перевернем, да мы там научно-технический прогресс. Так вот, я просто вот к этому я... Несколько дней назад присутствовал на одной тусовке, и там оказалось все ребята, сторонники коммунистической партии. Понимаешь? Ну вот так вот, собственно, это. И я задаю вопрос, ребята, ну вот элементарно просто, мы уже там больше двух лет, у нас СВО, то есть, условно говоря, я это называю гражданской войной, потому что для меня на Украине живут те же самые русичи, что и здесь. То есть идет гражданская война, ее развязали, соответственно, определенные люди. Никуда мы не... То есть сейчас это, по крайней мере, стало ясно, потому что фактически оружие дают, и понятно, да, откуда ветер веет. Оружие дают, там снаряды дают. Вы только воюете на территории, на русской территории, и друг друга уничтожаете. Я задаю им вопрос. Вот они, мы такие патриоты, мы вот и гуманитарку посылаем. Причем адрес на там чуть ли не на каждого воина. Я говорю, ребята, какая гуманитарка? У нас есть Министерство обороны. Чего вы занимаетесь этим делом, дорогие вы мои? У нас есть Министерство обороны. Это их работа. Ну вот они не обеспечивают. Я говорю, так гоните, говорю, этих генералов, которые там сидят, извините меня. Гоните тогда. Ну так не гуманит еще, успокоит. Вы думаете, что то, что сейчас в интернете, это, вы думаете, что это действительно происходит? Да я просто знаю, что если человек миллионер, эти уроды их не тронут. Потому что вся банда, у нас суды и все остальное, это одна банда, это между собой еще. Это так, знаете, для дурачков. Показуха для нас. Показуха. Так вот я задаю простой вопрос. Если а нас уже Франция, Германия, Америка называют просто, говорит, Россия – это наши враги. То есть русские – это наши... То есть они открыто уже об этом говорят. Я говорю, так если мы находимся вот в такой ситуации, ну так давайте в школе, да, изучают, то есть обязательно изучение английского, там французского и так далее, и так далее. Я говорю, так давайте, значит, мы фактически, получается, за свои... деньги, то есть деньги налогоплательщиков, мы готовим иноагентов. У нас же есть закон сейчас об иноагентах. Ну так запретите преподавание английского и так далее в общеобразовательных школах. Кто хочет, пожалуйста, пусть там где-то, да, там платный курс организовывают, может быть, американцы захотят вложить деньги, чтобы там готовить этих иноагентов. А так получается, мы за свои деньги этих уродов еще и готовим.
ну вот, это же английский, это французский. Я говорю, дорогие мои, я бы не возражал о преподавании, допустим, языков. Но вопрос давайте поставим так. А в Америке, в Англии, во Франции русский язык учат в школах как обязательный? Нет, не учат. Или возникает вопрос, а почему мы должны, в принципе, учить? Почему? Я не захотел диссертацию защищать, почему? Потому что как минимум нужно было английский сдавать. Я говорю, подождите, давайте я русский сдам. У нас люди не знают на сегодняшний день русского языка. То есть вот мы фактически оперируем коммуникативными значениями слов. Самый примитивный языковой уровень. Но что, ну что интересно, я когда об этом сказал, возмущение стопроцентное. Да как я смею? Вот английский язык, немецкий, наше, расширяет наши знания. Извините меня, а почему вы считаете, что русский язык не может также расширять знания в Америке или в Англии? Причем наш язык – это действительно божественный язык. Все, русский, все эти языки, все эти языки английский и так далее – это пиджины русского языка. Причем искаженные, извращенные. Дело в том, что проводились исследования очень серьезные у нас, которые говорили о том, человек, который изучает английский язык потом, это фактически становится дебилом. Это язык такой. То эти серьезные исследования проводились. Почему? А потому что блокируется сознание. Ведь фактически из инстинктивной сферы, когда мы начинаем, переходим на уровень смыслов, за счет этого только может сознание расширяться. Нет другого пути. Ни всякие контакты не расширяют сознание. Ни пустые разговоры. Потому что губошлепы там. Шлепает, шлепает. Вот, вот. Мы давайте, мы стремимся к тому, чтобы расширить сознание. Да не расширите вы, оно у вас скукоженное уже. Да, вы можете воображать себе. Вы можете фантазировать. Но это уже называется дисфункция головного мозга. Но не можете вы расширить просто-напросто. Почему? Да потому что у вас уровень такой, вы достигли определенного уровня. Соответственно, этому уровню и ваше здоровье соответствует. То есть, если у вас низкий уровень, вы будете болеть. И будете в 60, 50, 70 лет вот туда уходить, как у нас любят. Вот мы вечные, вот душа вечная, и вот существует тот мир. И мы там, вот вопрос был, да, о, реинкарнируем когда-то. Ну это вам так хочется, реинкарнировать. Сожрут вас грибки, вирусы, бактерии, и останутся там кости одни. Понятно, да? Ничего не реинкарнация. Это вам так хочется. Душа. Реинкарнация. А душа, да. Это же кости, понятно. Это кости, понятно. А душа. Что? Душа, душа. Это кости, правильно. А вот в моих лекциях я об этом говорю. То есть у нас люди используют тот или иной понятийный аппарат, не понимая его. Вот что интересно, еще это... Моё. Я решил, условно говоря, на старости лет, все-таки я, по-моему, этот лет пытался, в общем-то, Иммануила Канта читать. Но действительно там это понять невозможно. Я начал читать «Критику чистого разума», в общем, какой-то бред. Вот читаю, читаю, и в голове ничего не остается. Но вот прошло, условно говоря, там 40, более 40 лет, я восьмитомник юбилейное издание 94 года решил, в общем-то, Канту прийти. Слушайте, я вообще поражен. Я думаю, что я языком занимаюсь уже лет 30, да? Вот познакомился с Вашкевичем, это мой учитель, арабист. И вот фактически я уже, думаю, серьезно займусь русским языком, потому что у нас филологи бьют себя в грудь, а мы такие умные. Да вот мы филологи, мы знаем язык. Слушайте, посмотрел я этот перевод Канта. Ну, это так вот, взять человека, который это переводил, то есть взять его, да? Ну, самое это, ну, может быть, пожурить. А в принципе, таких людей просто-напросто надо физически истреблять. Потому что тот вред, который они оказывают, то есть фактически люди, которые делали перевод Канта, вообще не знают, такое впечатление, что вообще не знают язык. Почему? Потому что, ну, построение фразы как такое, я, допустим, это вижу уже, да? Потому что я этим занимаюсь уже 30 лет. А, в принципе, простой человек, он даже не обращает на это, просто там, в общем-то, нет знаков препинания, то есть нет ритмики, текст не имеет ритмики. А если нет ритмики в
тексте, то ты никогда его не поймешь. Ну что, у нас получается нет нормального перевода Канта? Да, оказывается, нет. Вот оказывается, нет. Я уже третий том заканчиваю читать. Но это какая-то бредятина. Это ужас. Вот говорили, Кант смутно писал. Не Кант смутно писал, а переводы у нас смутные. То есть переводили люди, которые вообще ничего не понимали. Логики, филологии и так далее, и так далее. Вот они переводили. И за это получали бабки, деньги, да? А мне уже говорят, умный, да? Ой, ну ты, Борисович, ну так возьми это все, да? И возьми все это дело, коррекцию сделай. Я говорю, дорогие мои, я вот то, что я сейчас читаю, это мне никто не платит, по идее. Я говорю, новую логику разработал, новую грамматику, и я ни копейки за это не получаю. Значит, люди, и у нас институт русского языка, там, ну не гуманитарное направление, наверное, с десяток, да? И вот там сидят бездельники, которые ничего не делают. То есть я, когда говорю, надо их разогнать, потому что кроме вреда они ничего не могут нам преподнести, просто-напросто. Я не беру технарей, там, которые там танки делают, самолеты, там своя школа. Я говорю о гуманитариях. Ну, извините меня, дебилизм и идиотия тотальная. То есть люди занимаются языком, не понимая, что это такое. Вот такое складывается впечатление. То есть вот когда ты так вот сталкиваешься с этим делом, фразы не могут построить. Нормальной русской фразы не могут построить. Я не знаю, вот немецкий язык, я, естественно, там не пользовался, да? Но вот читаешь текст, перевод, слушайте, на полстраницы предложение одно. Причем без знаков препинания. Бор, ну кому эти знаки? Нет, так ну, вот, иначе непонятно же знаки. Так вот и говорят, да? Каждый будет расставлять. Набор слов и все. Так вот, да, набор слов. Да. Так вот я когда кому-нибудь сказал, давайте, это они возмутились и сказали, а что нам русский язык учить? Вы думаете, человек проговорился, да? То есть, оговорка. Да. То есть, фактически это люди, которые там бьют грудь. Да мы за народ. Мы патриоты. Оказывается, им русские, то есть они иноагенты на самом деле. То есть брать, вот во времена Сталина, брать туда, я говорю, вы радуетесь, что у нас Путин президент. Вот говорю, если бы я президентом был, вы бы уже там в ГУЛАГах бы сидели, говорю там, и вот там бы вы рассуждали, нужен вам русский язык. Или вам английский нужен, или вам французский. Вы, говорю, русского не знаете. Давай о здоровье на этом закончим. Английский. Вот поэтому, вот о чем я говорю. Что да, фактически 90% у нас людей с дисфункцией головного мозга. И нужно. Андрей, к этому вопросы. Нормально относиться. Давайте вопросы, ладно. Получается только на немецком, значит, надо изучать немецкий язык. И, значит, чтобы понять. Чего? На этот вопрос я отвечу. Да. Ну, ответьте. Нет, надо иметь определенный уровень, да, интеллектуальный. Мы все различаемся вот этим уровнем, понятно, да? И в социуме, это вот это и есть естественный отбор. Мы в социуме должны занимать положение, которое соответствует твоему интеллектуальному уровню, понятно, да? Чтобы не было такого, сидел. А потом папа его министром сделал, да? Искусственный отбор, селекция. Какой естественный селекция. Отбор? Селекция. Извините меня, вот все говорят, а вот почему такой-то? Да потому что у нас генералами становятся 30 лет. Это искусственный 32 отбор. 32 года. Женщины, извините, генеральши ходят. Так, Борь, раньше они были сержантами максимум, да? А сейчас они жопа какая-то, это прошмандовка. И у меня она генерал, извините меня. Я говорю, так вот тогда бы про между глаз, извините меня. Генеральши, не извините. Варюги-барыги. Борь. Так это бабы, более страшные варюги, чем мужики даже. Посмотрите, что эти бабы наворовали. Боря. Ты что? Это вообще, если вдуматься, да? Это ну идиотип, то есть это можно рехнуться. Боря, не надо. Вопрос не... можно? Да, вот, пожалуйста. Так ты ж не слушал, о чем мы говорим. На непредвзятую точку зрения. Вот вы говорили про русский язык, а почему бы, например, не внедрять эсперанто? Его пытались внедрять, но обратите внимание, значит, во всех тоталитарных режимах, значит, эсперантистов пустили под нож, эсперанто как явление, значит, ликвидировали,
Вот. А, кстати говоря, если бы предоставили условия именно свободной конкуренции, без государственного и иного протекционизма, допустим, современному международному английскому языку и эсперанто, я думаю, эсперанто, значит, имело бы большие, скажем так, конкурентные преимущества. Причем по сравнению с любыми другими языками европейскими, включая русские. Вот. Но сейчас... В чем вопрос? Вопрос, вот как вы считаете, это стоило бы сделать или нет? С учетом объясняю сразу, не стоило. Почему? Объясняю. Потому что я смотрел, что это за язык, как говорится, один из так называемых искусственных языков. Я повторяю, что по сей день у нас язык, как информационно-кибернетическая система, является артефактом. То есть на самом деле человечество не знает, чего это такое. Вот и все. А там эсперанто, не эсперанто. Дело в том, что я всегда задаю простой вопрос. Вот если нам не навязывают, вот если бы нам в школе, да, не преподавали гениального, допустим, там, Пушкина, да, там, Лермонтова, там, Достоевского, Тургенева, которые у нас гениальные, да, вот они креативные такие. Я говорю, ребята, я все время перечитал в армии за 2 года этих всех, но я умнее не стал. Для чего это все было? Это для развлечения вот этого дворянства вонючего, которые там для себя там театры имели, там певичек, там актеров, поэтики там прославляли их, вот эти вот, извини, писатели, там писательшки тупоголовые писали, журналистики вот сейчас, да, журналисты, сплошные журналисты, и так далее, и так далее. Ой. С одной извилиной в голове. Так вот, я повторяю, если, как вы говорите, не навязывать, да, я согласен, не надо нам этих придурков, то, извините меня, там это. Если хочешь, человек пусть считает Пушкина, ему нравится. Как лечить горло? Значит, объясняю, лечить больного человека, это я уже говорю, невозможно вылечить больного человека. Если кто-то, дело в том, что человеческий организм, это очень мощная система, она себя может оздоровить, если не мешать. Врачи, кстати, не хотят, значит, заниматься вот этими вопросами самооздоровления человеческого организма, как если просто нам, почему? Денежки нужны. Да ладно, Борь, хорошо. Человек приходит к врачу, а тот смотрит, что-то заплатит этот придурок или нет ему, да? Да. Надо его лечить или не надо его лечить? Борь. Мне говорят, да, ты что? Это ж каста врачебная, и ты такое говоришь. Я говорю, да я наплевал на эту касту, на этих придурков, извините меня, которые, извините меня, высидели своими задницами. Ну, вот все, эти дипломы врачебные, все, дорогие вы мои, все, это во всех институтах. Все, спасибо, ура, да здравствует мир. Ладно.